Да, всем привет. И сегодня мы с Зайкой пойдем не обедать, а завтракать идем. Вот он хотела показать комнату. Вот такая Яна. Ой, ничего не наступила. У меня тоже носки. Он решил примеры. Вот, давайте пойдем завтракать. Я носочки переодела. Вот, потому что те мне были очень большие. Вот, они такие розовенькие. Смотрите, как они подходят под мою кофточку. И носик у меня розовый. Все, видно, что я девочка. И, пожалуйста, не пишите в комментариях, что я мальчик. Видно даже. Вот мне такую вот активейку принесли. Держи. И клинденьки. Вот они. Такие солененькие. На, сейчас будешь кушать. Да, ура! Наконец-то. И может я выйду гулять и сниму по это видео сегодня. Наверное, если будет тепло, если холодно, не пойду. Я не люблю, когда холодно. Просто искать куртку. Вот сейчас будем кушать. На, сейчас откуси меня. Так вот, я откусила уже соломинку. Давайте дальше откусим. Я хочу доесть. Ой, надо еще к чему и открыть. Так, надо к чему и открыть. Давай я тебе сейчас открою. Открою аккуратненько. Я сама открыла. Молодец. Вот, смотрите. Это у нас клубника-банан. Его зовут. Можешь прочитать. Ты же умеешь читать. Хмурик! Да. Их почему-то два вида всего лишь. Сейчас я буду спиться к тимеям. Я уже все не пила. Не пила уже все. Вот. Сейчас покажу вам, что я... Ой, умничка, все вот допила. Чисто. Только вот этот глоточек все сделай. Ладно. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Сейчас посмотрим. Вот, молодец. Все выпила. Крендельки много так нельзя. Оставим их. Потому что там есть упаковочка от крендельков. Их можно туда положить. Будешь один крендельок? Конечно. Сейчас будешь кушать. Так сливается с... ну, на столе с покрытием вот этим. Сливается сильно. Будто можно положить туда. Тут чаек нарисован. Чаек, кружечка и... это, наверное, сахар. Ну и семечки. И вот. Вот какой-то вот шкафчик. Печеньки тут лежат. Она не очень такие любит. А, у тебя же есть кондилек. Зачем? Вот, все. Сейчас я покушаю и все. Зачем ушками закрываться? Наверное, гулять пойдем. Да, посмотрим погоду. Умничка. Мы не пойдем гулять. Да, на улице очень холодно. Для Марта очень холодно. Ну, пойдем в комнату, наверное. Идем. Но, к сожалению, мне говорят доснять. Да, уже. Это видео получается какое-то долгое. Да, и будет вторая часть. Ну и всем пока-пока. Счастливого вам марта. Забыла поздравить с прошлым 8 марта. На сегодня 18. Ну, всем пока-пока. Пока-пока. Не позабудьте поставить лайк. Подписаться на наш канал. Да, и не забывайте, будет продолжение. Пока.